Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы представляем вашему вниманию почвофрезу Soil King BPR. Навесное оборудование, идеально подходящее для обработки любых типов почв. Это устройство не только взрыхляет и перемешивает слои грунта, но и выравнивает поверхность, обеспечивая отличные результаты. Ширина захвата составляет 2107 мм, что позволяет эффективно обрабатывать большие площади за один проход. Глубина обработки грунта варьируется от 100 до 250 мм, что позволяет настроить фрезу под различные агротехнические требования, обеспечивая оптимальное взрыхление и перемешивание почвы на нужную глубину. А редуктор у этой почвофрезы мультискоростной, что позволяет эффективно работать на разных типах почвы, регулируя скорость вращения ножей в зависимости от плотности и структуры грунта. Фреза может оснащаться различными центральными редукторами, однако в настоящее время мы отдаем предпочтение мультискоростным редукторам. Это особенно важно для сельхозтоваропроизводителей, которые являются основными пользователями данного оборудования. Возможность выбора передаточного числа и подбора оптимальной скорости вращения рабочего вала позволяет им более эффективно адаптироваться к различным условиям работы и типам почв, обеспечивая высокую производительность и качество обработки. Данные почвофрезы комплектуются карданным валом и позволяют сразу приступить к работе. Скорость вращения вала отбора мощности составляет 540 и 1000 оборотов в минуту, обеспечивая высокую эффективность работы и равномерное распределение мощности. 48 L-образных ножей. L-образные ножи, в отличие от S-образных, обеспечивают одинаково высокое качество обработки на всей глубине, что особенно важно для подготовки посевного слоя. Более того, ножи расположены под углом 87 градусов, что позволяет плавно входить в тяжелую почву и качественно измельчать комки грунта. Вес фрезы составляет 530 кг, а минимальная мощность трактора для работы с этим оборудованием составляет 50 лошадиных сил. Этот показатель делает фрезу доступной для использования с большинством сельхозтракторов. Шестеренчатый привод вместо цепного значительно экономит ваши средства, так как вам не придется часто менять рвущиеся цепи и устранять простое оборудование. Задняя крышка в форме трапеции, нижняя часть которой шире основной, способствует лучшему выравниванию почвы, обеспечивая ровную поверхность после обработки. Сверхпрочный редуктор с литым корпусом толщиной 10 мм повышает износостойкость техники. Прозрачная пробка позволяет легко проверить уровень масла и следить за его состоянием, что упрощает обслуживание и продлевает срок службы редуктора. В отличие от поставок конкурентов и предыдущих версий, для более эффективной работы задняя крышка оснащена четырьмя регулируемыми амортизирующими упорами с пружинами вместо двух. Это позволяет значительно улучшить устойчивость и качество обработки почвы, обеспечивая оптимальную адаптацию к различным рабочим условиям. Soil King BPR – это надежное и эффективное решение для вашего хозяйства, которое обеспечивает высокое качество обработки почвы и длительный срок службы. Надеемся, что этот обзор был полезен для вас. Подписывайтесь на наш канал и делитесь роликом с коллегами. А приобрести данную фрезу вы можете на нашем сайте agrofor.ru. Ссылка на нее будет в описании.